Всем привет! Мы сегодня в музее иллюзий в центре Праги. Нас ждет веселое фотографирование. Куча всего для Инстаграма. И такой, ура! Так, первый зал. Тут такие штучки. Очень веселая. Вон девочка в банке. Знаете эту девочку, да? Тут можно провалиться в дырку Карлова моста. Посмотреть первую анимацию. Здесь веселушка с вылезанием из картины и с половинчатыми телами. По стенам еще всякие разные материалы по оптическим иллюзиям. И по восприятию перспектив. Вот так, кто-то уже грабит банки. Как ты похудел, лягушок? Побаловались. Идем дальше. Ах ты. Кто хочет стать матерью троих детей? Это суперзал. С летающими, с мамашами и с общением с самим собой. Задание получено. Я так могу. Я так могу. Тоже можешь, да? Итак, отлично. Еще зал, посвященный мимике. Интересненько. О, сейчас я полезу на тарелку. Ух ты! Хочешь посмотреть, мам? Конечно. Да, сюда нельзя, к сожалению. Ой, кажется, взят. Что тут только не происходит. Очень классно. О, пивас, пивас! Бесконечное пивко! Вика уткнулась в Эйнштейна. Вот так, смотрите. Опачки! О, вот это круто! Вау, хороший эффект! Суперский прям! Так, продолжаем блуждать. И дальше нам предстоит еще много интересного.
Фотография будет действительно огонь. Ниже, пожалуйста. Прикройте свои вот эти поросли. Чуть-чуть вправо. Угу. Будем фото. Финальный зал. Тут много тоже всего. Есть медали, осьминог. Там всякие пыточные, цирковые элементы, страшилки и старомаг. Так что все здорово. И выход. Было здорово. Нам понравилось.